Я сегодня выбрала для себя очень нежное, красивое платье и уже поделилась ощущениями, которые я испытываю. Во-первых, женщина всегда подбирает платье, и сегодня не нужно ждать повода для того, чтобы быть красивой. Бренд Лавира, Ирина Кулакова. В преддверии весенних праздников, особенно это касается мартовских праздников, день 8 марта, вы будете особенная. Во-первых, цветы сегодня популярны. Ткань, качество вискозных материалов от бренда Лавира, я уже не раз восхищалась этим. Ну и, конечно же, стройная фигура. Вы посмотрите на то, как распускаются цветы. Мне кажется, цвет платья – это отличная возможность женщине поддержать себя в тонусе, подарить себе настроение, создать его себе. И да, преддверие весны – это отличный повод для этого уже сейчас начать готовить свой обновленный гардероб. Тем более, что у нас есть 4 цвета на выбор. Я уверена, вы сейчас найдете именно свое платье. Я выбираю сегодня для себя нежный жемчужный серый цвет. Он очень хорошо сочетается с яркой помадой и подходит к моим серо-голубым глазам. Для тех женщин, кто любит оттенки черные, посмотрите, необычный черный цвет, но с богатой яркой палитрой. Здесь мы видим с вами яркие розы, которые еще разбавлены и бежевым орнаментом. Вообще мне очень нравится, как Ирина подобрала стильно купонное полотно. Поговорим о преимуществах материала немного позднее. Третий цвет. Посмотрите, это черные малиновые цветы, малиновые розы. Смотрится невероятно. Приятно, нежно, хотя основной фон у нас темный. А еще мне очень нравится, что внизу изделия у нас белоснежные цветы. Они делают этот наряд очень ярким, праздничным. Ну а если вы любите образы ярче, то, пожалуйста, черный в сочетании с терракотовым. Ну, кстати, у нас есть для вас еще один секрет. Мы припасли, как это платье, именно в терракотово-серых оттенках, вы можете добавить и разбавить к ним пиджак. Давайте посмотрим сейчас на нашу модель Ксюшу. Я не раз в наших программах говорила о том, что нужно правильно сочетать принты. И в данном случае мы делаем небольшое отступление. Наш жакет с нежным цветочным принтом, серовато-белым, идеально вписался в флористическую палитру платья с терракотовыми цветами. Такое ощущение у меня складывается, что этот пиджак Розетта именно в сером исполнении идеально подошел к нашему платью Виана. Да, но я согласна, самостоятельно сложно в магазине или просто найти такие дуэты, создать их. Именно поэтому для вас всегда работает команда экспертов телеканала Shop & Show, которая помогает вам дистанционно выбирать самое лучшее для вас и вашего гардероба. Цена платья сегодня поражает 1999 рублей, а мы говорим о бренде. Если вы никогда не делали покупку с нами, решайтесь. Первый заказ, я уверена, станет настолько приятным, что вы останетесь с нами не на один раз, а на целые года вперед. Давайте выберем ваш размер. Я уверена, что вы уже определились с выбором расцветки, а сейчас размер. Наша Ксения носит сдвоенный размер. Бедра у Ксюши 48-го, верх 50-го. Платье Эвиана на нашей модели 48-го размера. Но я все-таки рекомендую женщинам постарше выбирать в пользу большего размера. То есть я бы выбрала 50-й размер. Иногда нам есть что скрывать. Дальше. Если у вас слишком широкие бедра, я тоже посоветую вам выбирать платье посвободнее, если есть секреты в зоне животика. Лучше, когда платье свободно сидит по фигуре. Но что же отвечает и каким образом это платье так идеально садится по фигуре? В чем здесь секрет? В чем секрет? Вот я даже смотрю на девочек, смотрю на тебя. Мне вот очень хочется понять, в чем же тайна нашего платья Эвина? Ну вообще, Ариночка, бренд Лавира всегда славился высоким качеством трикотажно-вискозного полотна. И, несомненно, Ирина Кулакова одна из первых лидеров, кто стал привозить материалы из Арабских Эмиратов. Мне так нравится богатый насыщенный принт, который вы видите сейчас на трикотажно-вискозном полотне. То, что здесь есть вискоза, это доказывает внутренняя сторона ткани. Помните всегда о том, что мягкость ткани мы проверяем драпировкой, а вот этот блеск шелковистых волокон доказывает, что здесь высокое качество вискозы, благодаря которому вы будете чувствовать себя комфортно. Но где, когда вы встречали еще такое качество по столь привлекательной цене? Не упустите свою возможность забрать платье Эвиана по цене 1999 рублей. Этой весной вы будете распускаться так же, как это делает природа. Вы будете главным украшением на любом празднике, на любом событии.
работе. Свет, но я хотела бы у тебя узнать, насколько вообще сейчас актуальна цветочная тема, и всем ли женщинам она подходит? Я могу точно сказать, я хочу сделать комплимент сейчас нашей Катерине. Перед выходом нашей программы мы встретились с Катенькой, мы долго не виделись, и я сказала: Катюш, по-моему, ты прибавила. Вот на тебе были неправильные брюки, а в этом платье, могу точно сказать, Катя постройнела. Эффектная, красивая женщина, вот так мы ощущаем себя. Но отвечая на вопрос нашей ведущей, что же такое флористический принт и почему его женщины любят, давайте посмотрим на подиумы мира, ведь там женщины все выбирают яркие цветы. Внимание на экран! Итак, друзья мои, сегодня известные дизайнеры мира за основу своих весенне-летних коллекций выбирают цветы. Цветы поистине настоящие украшения, и в таком платье мы можем не перегружать себя дополнительными аксессуарами. Самодостаточная вещь, она уже красива по-своему. И сейчас мы возвращаемся на подиумы телеканала Shop & Show. Я могу с уверенностью сказать, что такое достойное предложение украсит вас, как на работе. Добавьте стильный пиджак, и именно серый цвет нашего предложения. Пиджак Розетта подойдет коралловым цветам, только этот цвет. Дальше Катя выбирает черное платье с ярким флористическим принтом. Итак, наша Ксюша выбирает пиджак Розетта и коралловые цветы. Мне очень нравится, идеальное сочетание, мы так можем пойти на работу. А мы с Катей можем отправиться 8 марта в кафе. Мы можем отправиться со своими любимыми мужчинами для того, чтобы они почувствовали, что наши цветы на платье гораздо ярче его подаренного. Вот, Свет, но мне сейчас важно узнать, не увянут ли эти цветы на платье Мавиана, потому что букет, подаренный на 8 марта, ну, простоит неделю-две, а вот платье хочется носить долгое время. Я могу точно сказать, Ариша, что букеты сегодня стоят порядком 3000 рублей. Наши цветы никогда не завянут, потому что бренд Лавира ценится качеством вискозных трикотажных тканей. Во-первых, это двойное плетение. Мы видим с вами богатый насыщенный рисунок, и это нити, которые вплетаются в наше плотное трикотажное полотно джерси. Обратите внимание на то, что эластан, который сегодня добавляется в ткани, здесь не просто для подтягивания ваших форм. Эластан сегодня очень хорошо влияет и на богатство принта. Такой принт даже 700 стирок, 800, он не потеряет своей яркости. Это важно, когда вы выбираете платье, с любимым нарядом расставаться не хочется. Расцветайте этой весной так, как это делает наш эксперт, как это делают модели, ведь все в ваших руках. Всего один бесплатный телефонный звонок, и это платье не будет ждать своей очереди. Оцените и вы сейчас это качество, делая покупку дистанционно. Ткань эластичная, она подстраивается под ваши размеры и ваши формы. Вы пойдете в ногу со временем, и вы будете выглядеть так, как женщина с мировых подиумов. Не отказывайте себе в удовольствии преображения этой весной.